прежде всего, спасибо Униксу, что помогает детскому баскетболу. Сегодня посмотрели, поддержали наших ребят на турнире. Замечательном 3-3. Хочется сказать, что очень много людей, очень много участников, очень много болельщиков, зрителей. И даже президент Республики Татарстан посетил этот турнир, за что ему отдельное спасибо, что уделяет в своем плотном графике внимание баскетболу. Это очень приятно. И для развития, для будущего, прежде всего, наше будущее – это наши дети. Так что и детишкам сегодня пожелал удачи и успехов. Прежде всего, довольны дети, будущие баскетболисты, довольны родители, довольны организаторы. Мне кажется, это отличное мероприятие, которое проводит УНИК совместно с Казбаскетом. Хорошие призы, хорошие награды, есть подарки. И я говорю, меня удивил даже уровень подготовки. Даже самые маленькие играют очень прилично.